Я проживаю в Бельгии, был здесь, в этой клинике в Запорожье в 2012 году. Полгода после клиники очень мало спал, 3 часа, 4, поэтому и работал две смены. Ну и так психологически тоже было нелегко. О, многое изменилось. И на работе повышение получил буквально через 6 месяцев уже. Много. Да жизнь вообще стала. Что это до этого было? Собачья жизнь. Стало намного все лучше. Да все прекрасно. Много планов, много мест посетить еще. А до этого настоящая собачья жизнь. Проснулся, мысли только про наркотик. Где достать деньги, потом наркотики. Это так, вечный круговорот, не прекращается. Садишься за руль автомобиля, проезжаешь по тем местам, где барыги, где все это подавливало. Поехать вроде бы как уже не сел за руль, а поехать вроде как и некуда. Но потом по чуть-чуть это все прошло. Последние года 3 вообще никого не вижу. Да и вообще их не было. Только после клиники, может, было пару встреч, повидал их, а так практически никого. Все хорошо, мама довольна, все время вспоминает клинику с огромной благодарностью. Вот 5 минут назад с ней разговаривал, всем врачам привет передавала. Сама сюда бы хотела еще приехать. Все в комплексе помогло. Отношение персонала не как к наркоману пропащему, как к обычному. Просто больной человек, отношение персонала, все в комплексе. И криосауна, и сеансы, все в комплексе, лечение очень хорошее. Все возможно, главное попасть именно сюда. Это не только я говорю, я от многих людей это слышал. Очень многие люди из Бельгии получили помощь только именно здесь, только сюда. Желаю им постараться чем быстрее, конечно же, тоже попасть только в эту клинику. Здесь реально помогают.